Ребят, привет! Хочу вам показать глюкофон и показать построй, что по звукам получается. Внизу это ля. Дальше пошли до, ре, ми, до, ре, ми. И вниз пошли фа, соль, ля, си. И вот тут октавное до. В принципе, очень удобно. Я боялась, что как бы не очень по порядку, да, располагается, не очень понятно. Очень адекватно, можно привыкнуть. Начинаем с левой руки, да, если вот просто гамму играть. И меняем руки разными руками. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И вот до октавное получится той же левой рукой.